5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцест, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 5608. Обычная база, но может попасться в двух вариантах. В одной надо взрывать с помощью сишек, во второй ломать с помощью железных топоров. Это вариант с сишкой. Окей, как раз одну с собой взял. Тут будет 9 ящиков, но лут так себе. Обычные ресурсы, ничего сверхъестественного. Так, готово. У меня 98 шума, я сломал все, что можно было сломать. Так, столы пустые, да. Этот ящик, я так полагаю, тоже. А нет, смотрите-ка. Тут есть лут, и довольно-таки неплохой. Кстати, мне надо броню поменять. Это, если что, я с базы принес. Камни, камни, камни. Ну, пусть будут каменные блоки пока что. Если что, потом будет время, поменяю. Ну и открываем... Вроде как главные ящики на этой базе, которые содержат полную ересь, да? Что-то интересное будет, нет? Ну, нет, бензинчик есть, части двигателя, ну, пусть будет. Это можно схавать. Так, здесь у нас 7 индейки, хорошо. Здесь пластины есть, ладно. Так, батарейки мне неинтересны. Здесь еще бензинчик есть, броня надбитая. Последние два ящика. Вот это заберу. Красные талоны, вискарик. Это можно скавать. Вот это заберу. Блин, а что-то еще есть? Во, гаечный ключ, микросхема. Ну, это я тогда оставлю здесь. Мясо. Тут что-то было где-то, во, изолента. Ну, в общем-то, все. Можно разве что поплавильни сломать. Может, тут что-то интересное будет, хотя я сомневаюсь в этом. Так, ладно, ломаем и сваливаем отсюда. Руда. Руда. В итоге 10 руды. В пикапе, что-то есть. Нет, пикап пустой. Давайте пробежимся быстренько по базе, по округе. И убедимся в том, что больше никаких построек тут нету. Да, все пусто. Вот он лут. На паузе посмотрите и решайте сами, взрывать или нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.